Ненецкий округ традиционно присоединился к международной акции «Большой этнографический диктант». Он стартовал в онлайн-формате накануне Дня единства в России. «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в нашей стране, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности россиян. И по всей стране в 11 часов начинается этот диктант. Глава региона Юрий Бездудный дает старт большому этнографическому диктанту в столице Ненецкого автономного округа. Диктант включает в себя 30 тестовых заданий. 20 вопросов – это общефедеральная часть. Она единая для всех участников проекта в России. И еще 10 вопросов – региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации. На площадке в Ненецком краеведческом музее диктант вместе с главой региона пишут заместитель губернатора по делам Ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Юрий Хатанзейский. Чем лучше мы будем знать свою историю, тем легче нам будет строить свое будущее. На прохождение диктанта по условиям отводится 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий равняется 100. Представитель коми народа и председатель регионального общественного движения «Изьватасьяс» Ольга Коцюбанская отметила, что участие в акции – это не только проверка знаний, но и просветительская миссия. Я думаю, диктант этот поможет нам все-таки обратиться к корням, к истории и традиционной культуре, и сохранению языков, и интересоваться, конечно, культурой и других народов, чтобы нам это писать диктанты. Кстати, это очень-очень интересно. Участником большого этнографического диктанта могли стать все желающие. Акция проходила с 3 по 7 ноября в онлайн-формате на официальном сайте диктанта. Этот диктант пишут люди разных возрастов. Его основная цель – не проверить наши знания, школьные или институтские, а привлечь внимание широкой общественности к межнациональным вопросам, к вопросам мира и согласия. Организаторами большого этнографического диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальности и Министерство национальной политики Республики Удмуртия, в Ненецком округе Департамент внутренней политики. Ольга Русул, Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».